Всем доброе утро, меня зовут Женя, и я рад приветствовать вас на своем канале. Сейчас воскресенье, 6:50 утра, и я топаю на работу. Думаю, меня сейчас поймут люди, которые когда-либо работали в ночную смену, либо работают в ночную смену, что бывают такие моменты времени, когда ты полностью выпадаешь из времени, когда ты не знаешь, какое сегодня число, какой день недели, и вот со мной случилось именно то же самое. Так как сегодня воскресенье, транспорт мой, который, ведет меня на работу, ездит намного реже. И надо выходить намного раньше. А я про это забыл. И теперь я иду пешком 2 остановки, чтобы попасть на другой троллейбус. И если я на него не попаду, то, понятное дело, я опоздаю на работу. Поэтому, думаю, мне стоит ускорить шаг, чтобы не пропустить тот троллейбус. Сейчас 7:18, я успел на автобус, конечно, пришлось немножечко мне подбежать, а то бы опоздал. В обычный день я в это время еще соскакиваю в кофейню, беру себе кофе, но так как сегодня воскресенье, все закрыто, и придется ехать на работу без кофе. Наш рабочий автобус приедет через минут 10, поедем работать. Ребята, сейчас 11:20, и я уже еду домой. Мне повезло, меня все-таки отпустили, забрал свои часы переработки. И знаете, это идеально ехать домой днем. Вот это класс, вот обожаю такие вещи. Еще мне повезло, товарищ по работе также ехал домой, и он подвез меня на машине. День начался хорошо, что вам скажу. Сейчас дотопаю до метро и поеду домой за Лерой, а там будем уже строить план на день, на выходные. У меня как раз сейчас получается сегодня, выходной завтра, послезавтра, и послезавтра полдня выходного перед ночной сменой. Намек понят. Ну, вы поняли. Как вы помните, в прошлом видео мы покупали Лере книгу автора Кристины Старк «Крылья». И она прочитала ее в тот же день. Помните эту толстенную книгу? Она прочитала просто за один день. Она утром встала и читала. И по итогу я купил ей еще одну такую же книгу. Ну, не такую же, а того же автора, третьего. Она хотела, ей нравятся вообще книги этого автора. Думаю, мне не очень понравится, но сейчас придем и обрадуем ее. Знаете, в метро в переходах есть такие типа мини-кафешки, различные магазинчики. И вот пару минут назад я проходил, и у нас в переходе просто очень сильно пахнет хот-догами, шаурмой, ну, чем-то таким. И мне так захотелось шаурмы, просто вы ничего не можете представить. Сейчас, думаю, зайду в одно место, у нас недалеко от дома есть типа кафешки, где делают шаурму, и возьму нам с Лерой какую-то огроменную шаурму. Вкуснющую. Да, так и сделаю. Вот такое вот у нас тут есть местечко. Взял себе две шаурмы, называется Маргарита. Это в ней курица, салат, лаваш, соус, сыр, грибы. Надеюсь, будет вкусно. Не помню, пробовали мы ее, не пробовали. Значит, попробуем, если что. Ты, кстати, даже бесплатный чай дают. Забрал я нашу шаурму. Пахнет она потрясающе. Прям не могу, аж желудок сжимается. Скорее бы уже домой и просто сесть и насладиться этой шаурмой. Скорее. Все, ребят, бежал. Итак, я уже дома. Покушали мы шаурмы. Лера съела пол шаурмы, я съел полторы. Обожаю такие моменты. Пошла Лера на маникюр. Я пока немножко полежу. Посмотрю что-нибудь в интернетике. Может, посмотрю, будет сериал. Вроде как вышел там. Новая серия викингов. А потом пойду за Лерой. У нас еще пару еще сделано по магазинам пройтись. Короче, будет видно, что мы будем делать. Пока пойду что-нибудь. Так, Степан! Я заснял на камеру твое преступление. Ага.
Короче, такие дела. Викинги. Все, вышел за Лерой. Полежал я пару часиков, повалялся, посмотрел сериал одну серию. Лера написала, что не раньше закончили, поэтому пришлось выйти раньше. Я думал, пешочком пройти за нее, но нет, придется ехать на общественном транспорте. Не люблю я ездить на нем. Вот. Снег пошел, на улице тепло. Где-то минус один, минус два. Вот. Мы не отправляться. Еще по плану у нас в магазины зайти, купить там пару вещей. Блин, сел не в тот троллейбус. Пришлось выскочить, я пешком придется идти до следующей остановки. Блин, отвратно. Nothing I can do, so I can only imagine how... Дошел я до другой остановки. Тут всего два автобуса останавливаются, и вроде как они оба едут туда, куда мне надо. Ну, я, например, надеюсь на это. Будем ждать. Встретились мы с Лерой. Теперь отправляемся в магазин. Нам надо купить коробку для подарка. У Леры... Я боюсь, что до сих пор не отправили его. Да, у Леры был конкурс на канале. Совсем не так, что мы отправили неделю. Ну да, конкурс мы разыграли неделю назад, но в оправдание мы не нашли коробку. Мы много посмотрели. Это все вранье, ладно. Мы просто... долго не могли взять. Ты же работал всю неделю. Я хотел тебя оправдать. Пусть здесь будет. Пойдем в простор, посмотрим, что там есть по коробкам. Здесь же холодно. Да, кстати, похолодало. Но мне тепло. Я хочу халву в шоколаде. Я хочу халвы. Показывай свои ногти. Какой это цвет? Какой это цвет? Как? Красный. Ну, у меня оранжевый. Я знаю. Вот это сын. Все нравится медведь? Да, мне нужен такой очень хороший без глаз. Он как Степан. Да. Какой-то злой. У меня шерсть наросла на глаза. Да. Слушай, это братья моих всех этих. Они как-то разные. Да там вот плохо видно, в пакете даже я его не увидел. Раньше мне казалось, что ничего приятненького нет. Нет, на самом деле есть приятненько. Мне это пофиг все время было. Ты стареешь просто. Я старею. Или наоборот. Ну, возьми, попробуем. Апельсинчик? Я за апельсинчик. А ты? А я хочу... А это чем? Это изюм. А, ты что, изюм не ешь? Изюм. Еще такой, смотри, есть с этим клюкой. А это другое. Это я уже не такой, не хочу с начинкой. Вот это. Ну, бери какой хочешь. А, это изюм. Да. Одни возьмем? Да. We could be a symphony, then we would be. Вышли мы с простора, так и не нашли коробку. Их там вообще не было, хотя я думал, в просторе есть все. Ага, но... мы пытались ничего не купить, и купили портфель и пакет целый. Да, накупляли еды. Угу. Сладости. Вообще не собирались. Ну, еды. Нет, почему там фруктики, йогуртики? Да. У меня с бананами. Бананами и злаками. У тебя? А у меня с манго и персиком, и он офигенно вкусный. Я что еще не попробовал. Накупляли еды на сегодня, на завтра, на вечер всяких сладостей. Да, и все съедим за один вечер. Да. Будем смотреть фильм. Или что будем смотреть? Будем смотреть фильм. Я забыл его название. Там про парня, который... военный фильм, короче, про парня, который пошел на войну и был медиком. И он не брал что-то там, оружие в руки, что-то такое, короче. Ну да, вообще отказывался убивать людей, стрелять. Просто спасал там, что-то такое. Короче, посмотрим. Название я не помню. Там еще снимается тот актер в главной роли, который снимался во втором «Человеке-пауке». Ну, не во втором, а во второй версии, наверное, или как он там называется. Что-то в этом роде, короче. Забыл, как этого актера зовут. Ну, вот. Ну, нам сейчас осталось зайти в магазин. Куда? В Милу. И что-то мне Лера хочет. Лере нужна масочка для лица. Мне там ничего не надо. Тоже сделала масочку. Да. И домой. Да. Четко. Счастья и здоровья. Счастья вам здоровья. Ну, как говорится, счастья вам здоровья. Нормально. Да, пробуйте. Да.
тебя уже пустой. Вкусно? Ну что? Я что-нибудь еще интересненькое. Помада. Это ваша? Да, это моя. Ну вот они. А, спасибо. Ну, я показывала. Шесть штучек. Просто не знаю, какая. Какая тебе больше нравится? Да мне все равно, если честно. Они все одинаковые. Транжира на охоте. Зашли, взяли кофе. В... А как это называется штука? Да, давай покажем, потому что здесь а я показала нет, чаю. Оно офигенное. На обратно давай. Это что-то наподобие кафе же, да? Кофейни. Это кофейня, но там всякие прикольные штучки, всякие желатинки, подарочные штуки. И кофейня. Да, называется Шока. Классно. Вообще, это на Малиновке, станция метро. Чуть-чуть ближе к Петровщине, если идти. В Минске. Да, в Минске, блин, просто как меня это бесит. Вот. И мы взяли кофе, я еще кофе, кстати, не попробовал. Лера еще там растранжирила немножечко. Это вкусно, а что это? Горячий шоколад очень вкусный. Лера там что, купила что-то еще? Я купила какой-то напиток странный, потом какие-то кислые конфетки. Так, конфеток что-то я не видел. То они в пакетике будут. Это что-то подозрительное. Да, там есть вот. Кислые конфеты. Короче, как обычно, мы как вышли, потратили кучу денег. Накупили всякой ерунды. Вообще. Идем домой. Да. Идем смотреть фильмец и кушать. А ты вспомнил, как он называется? Не, так посмотрю вчера. По соображениям совести я вспомнил. Мы вернулись домой. Устали. Мы шли от самого магазина пешком. С этими пакетами, с сумками. Было очень тяжело. Сейчас вам покажу немножечко, что мы купили всяких гадостей. Так, попрошу вас убрать все это. Так, и первое, что мы купили, это квас. Лидский, новогодний, он, кстати, с грушей и какие-то цветочки нарисованы. Так, попрошу убрать помехи. Это квас, будем пить. Потом Лера себе купила вот такие вот чипсы. Ты пообещал, что они очень острые. Да, я пробовал их на работе, они были очень острые, кстати. Написано «Осторожно, острые». И парень на работе сказал, что есть умеренно острые. Я хочу очень острые, я посмотрю, я обожаю острые. Но я хочу более острые, я одну съел, и меня очень сильно пекло. Потом я купил себе на вечер обычный лейс. Рифленые с лобстером. Так, потом мы купили себе еще к чаю различных печенюшек именно от магазина Простор. Расчистим площадку. Дальше Лера купила себе вот такую вот штуку. Это на нос. Не знаю для чего. Так, подавай-ка мне сзади, там у меня кучу барахла. О, это наши. Вот. Потом мы себе купили Татошка. Птышка. А, топтышка. Это детское питание. Ну, типа, как это, пюре, да? Да. У Леры яблоко... что это за штука? Малина. И сливки. И сливки. У меня сливки, яблоко и банан. Или наоборот, я не помню, что я взял. О, вот этой штуки ты мне обязан будешь снять. Вот. Короче, наносишь, она обычная маска, а потом он... И становится вот такой вот штукой классной на лице. А сначала как обычно черная маска. Короче, понятно. А это просто обычная черная маска. И это понятно. Так. У нас еще есть вот. Да, купили, кстати, йогурты себе. Они внутри с джемом. Это здесь написано. Это грейпфрут и какая-то еще фигня. Да, типа мака наподобим. Это. И такое вот еще. Апельсина. Короче. Это типа это и годжи. И такое вот еще. Точнее. Так, что у нас еще осталось? Наклеечки. Доставай мне их по одной, буду показывать. У меня такие уже есть, это повторки, что меня не чаще всего... Купила Лера себе стикеры, это с цветочками для своего, как называется этот планер? Ну это bullet journal вообще, ну ежедневник, не важно. Короче, да, и с кактусиками, с рожицами. Потому что у меня они вообще очень быстро ушли на первых пару страничках. Вот, да. И вот то, что Лера еще купила в этом магазине, как оно, Шоко, да? Шоко, да. Сейчас покажем. Во-первых, это вот эта прелесть. Блин, это... Давай сюда, тебя не видно. А, это не газированный напиток. Два напитка. Алоэ вера черри и алоэ вера киви. Не знаю, вкусно или невкусно, сейчас попробуем. Ну, дорогие, это 100%. Ну, они не так дорогие, 2 рубля, меньше немножко. Белорусских. И вот такие штуки. А, и две жевательные какие-то резиночки, или что это, типа конфетки. Я тебе взяла, потому что кислота. Зомби. Из... это типа растения против... как игра. Это кисленькие штуки должны быть. Вот что мы, в принципе, и купили.
будем сейчас садиться и смотреть фильмец и все это кушать. Наверное. И Степан дринкает. Степан, скоро реально сломаешь клетку. Дай ему Степана дринк. Что-то на камеру начал вытягиваться. Все, будем раздеваться, отдыхать, смотреть фильмецы. Поэтому... Чао, какао.